Давай, прямо как заезжали. Что говорим? Вы за ними следите, чтобы не было. Что, ну, у нас нападение журналистов. Они здесь будут через полтора часа. Они на пиксельчине к нам идут. Да, да. Они сейчас по дороге, на дорогу будут ходить. Больше нет никого? Ну, что будем делать? Нового кладбища на автомобиле. Район Кресты, нападение на автомобиль. Да. Сейчас, да. Сейчас давай, давайте. Я не знаю, что будем делать. 47-й регион. Двое молодых людей, незнакомых, догоняют машину, откидывают камнями. Мы не успеваем уехать. Кидайте под колеса. Куда звонить? Ответ не знаю. Ну-ка еще, честно. Бегут, но они близко, а тут территория коммунистов, мы не успеваем сказать. А мы там не проедем вот насквозь? Это район Кресты, новое кладбище. Псков. Петлянова. Петлянова. Да. Я не знаю. Да. Так, сейчас смотрим. Так, главное, чтобы куда-то не в это самое, не попасть, да. Да, нападение на нас, да? Мы на кладбище. Тут, короче, какие-то люди нам преграждают дорогу. Мы на машине, сейчас пока мы не выходим. Вот, можно вывести в эфир. Непонятные молодые люди догоняют нас, откидывают камни, кидают под колеса. Мы не можем это почувствовать. Так, а второй где? Второй. Вон слева, вон он. Давай прямо на него. Микрорайон Кресты, район нового кладбища. На новом кладбище мы находимся. Мы пытаемся выехать в кладбище, нас догоняют. Молодые люди. Нет, туда не надо, там он. Подожди. Там их несколько, и они со всех сторон бегут. Петлянова. Да. Что делать? Подожди. Что хотят? Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 12, квартира 2. Тихо. Назад, давай, назад. Колёса потыкают, зеркало. Ребят, что хотите? Чего? Нет, ребят, мы уезжаем. Нас напали, проткнули колеса, мы не можем уехать. Попросили съездить, подожди, не надо. Попроси, мы уезжаем. Уезжаем. Залаєш ми у злу годину.
ж ми в злу годину. Сам не знаю, де погину. Мамко ж моя не лайме.